Всем доброго времени суток. Ваше внимание представляется автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска. Двигатель объем 1,6 литра, механическая коробка передач. Задние дверные карты, как и заднее сиденье, все в отличном состоянии. Спереди все также в прекрасном состоянии. Из стыковых пятен. В комплектацию автомобиля входит полный электростеклопакет, электрегулировка зеркал с подогревом, центральный замок. Такой вот мультируль с возможностью управления, штатный мультимедиа, а также бортовым компьютером. Штатная мультимедиа, подогрев лобового стекла, подогрев заднего, также имеется двухуровневый подогрев передних сидений, кондиционер. Пробег в данный момент автомобиля 193 тысячи. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, а также адрес нашего автосалона, вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит по системе Trade-in, а также за наличный расчет. Всего доброго!